2,5 миллиона рублей по кадастровой стоимости. Сейчас они стоят 6805 рублей. Выписка из кадастра. Для кого это делается, скажите мне? Да, для своих застройщиков карманных, которые будут там делать свои торговые комплексы. Ни о каком парке там речи быть не может. И отсылать деньги в офшор своим истинным хозяевам. А мы будем работать, извините, на них. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы наш город расцветал, чтобы наши деньги, наши налоги шли на развитие этого города, этого рынка, детских дошкольных учреждений, больниц, парков. Нас лишают этой возможности. Если есть кто из представителей власти, городской управы, желающие выступить, милости просим к микрофону, то есть мы готовы к общению. Подходите. Господа, калужане, тогда прошу к микрофону, каждый может высказаться по этой больной теме. Оторвенко Анна Юрьевна, я житель города Калуги, живу здесь с рождения практически. И этот рынок я знаю столько, сколько мне лет. Сначала ходила туда моя бабушка, мама, теперь хожу я и ходит туда сын. Конечно, я удивляюсь тому, как городские власти с нами обходятся. Нас, все-таки это социально значимый объект, он очень важен для всех нас, особенно люди, которые живут вот в Ленинском округе, в Ленинском районе, потому что, конечно, рынок должен быть, как вот сказал оратор предыдущий, в шаговой доступности, он должен быть удобный. Это центр города, здесь как есть такая поговорка, все дороги ведут в Рим, так и здесь. Все дороги со всех районов города, они ведут сюда, в центр города. И, конечно, его надо, возможно, отремонтировать, отреставрировать, привести в порядок. Никто с этим не спорит, но нам же долгое время говорили, что он вообще в аварийном состоянии. А после обследования сказали, что нет, он не в аварийном состоянии, что он вполне крепкий, вполне и можно пользоваться. И, конечно, продовольственный рынок надо оставить здесь. А для того, чтобы не было таких коллизий, может быть, стоило все-таки референдум в городе провести? Да. Как скажут жители? Не вот те опросы, которые порой у нас газеты местные якобы проводят, эти опросы нужных людей и нужные нам, как говорится, нужные не нам, а властям результаты выдают за действительность. Кстати, вот даже по этому поводу хочу сказать о Калужском хлебокомбинате. Продукция стала отвратительной, но они почему-то каждый год у нас занимают как лучшие производственные мощности. Поэтому, ну вот задавали вопрос, а почему все это распоздается? Ну смотрите, сегодня в Сочи проходит форум экономический, да? Ну я не скажу там правильно, как он называется. И там власти наши, не только города, страны, постоянно подталкивают местные власти к чему? Инвесторы, инвесторы, инвесторы. Чем больше инвесторов, тем благополучнее регион. Но я считаю, что это неправильно. Потому что инвесторы инвесторам рознь. Что мы получили, когда мы здесь сделали автомобильный кластер? По сути дела, второй Детройт. Да? Потому что нельзя все яйца в одну корзину. Должно развиваться все. У нас можно было бы сделать и тепличное хозяйство. Да, у нас земли очень бедные, скудные, для того, чтобы выращивать что-то такое, да, мощное. Не как на Белгородчине, в Воронежской области. Но здесь можно развивать тепличное хозяйство, можно развивать животноводческий комплекс, птицеводство. Карачевскую фабрику закрыли, в Лев Толстой фабрику продали. И так постоянно во всем. Но поэтому я считаю, что мы все жители, работников рынка, я понимаю, они стоят горой за рынок, но мы, жители, должны встать так же, вместе с ними, плечом к плечу, горой. Потому что это смешно, когда рынок сносят, на сквере Ленина устраивают эти какие-то непонятные ярмарки, они были хороши в 90-е годы, когда не было продуктов, тогда и здесь, на Театральной площади, да, мы помним эти машины, эти палатки, и они все нас вручали, и продавцов, и покупателей. Но это позавчерашний день. Отремонтировали, отреставрировали гостиные дворы, казалось бы. Это был торговый комплекс. Сделайте там ярмарки, выходного дня, как угодно, цивилизованно. Но нет, там сделали концертную площадку. И музыка кричит так, что жители вот этих домов близлежащих, они с ума сходят, они окна не могут открыть. Поют хорошо и дети, и взрослые, но люди не имеют права выбора. Они вынуждены слушать все это. Поэтому опять никого не спросили. Я была в концертном зале, спрашивала, а зачем? Ну, детей даже жалко. В ноябре месяце они там стоят, поют. Нам сказали, ну, вот это единственная площадка. Потом, вы знаете, я хочу даже сказать про вчерашнюю масленицу.
Из года в год, много лет на театральной площади проводят все эти мероприятия, елки и все остальное. А почему никто не думает о жителях вот этих домов? У меня здесь много друзей, знакомых живет. Они также просто недовольны, потому что они хотят жить своей жизнью. У нас есть сквер Волкова, у нас есть парк культуры, где нет жилых домов. Пожалуйста, проводите все эти мероприятия там. Ну а рынок мы должны отстоять все вместе. Господа, на наших с вами глазах происходит буквально гибель нашего любимого продуктового рынка, который долгие годы являлся буквально магнитом, куда приходили люди не только за покупками, но и за общением. Вот. Где продавались недорогие вещи, где можно было купить по вкусу и по своему кошельку, и по доходу. Нас лишают этой возможности. Поэтому вот большая просьба калужан поддержать нас и выступить вместе с нами одним фронтом. Поддерживаем уже три года. Три года поддерживаем. Я к вам обращаюсь не как к господам, а как к товарищам, как жителям города Калуги, жителем которого я тоже являюсь 65-го года. Я сейчас поражаюсь, какой циничности, какой наглости берет на себя правительство, чиновники нашего города Калуги, решая за жителей Калуги, что им делать, как им жить, где покупать и куда ехать. Это же надо провести сначала, по-моему, правильное предложение было, провести опрос граждан. Если они за снос, тогда, пожалуйста, проводите. Если они против, значит, никаких... Против. А я уверен, что большинство населения города Калуги поддержат то, что было сейчас. Это типовой проект рынка. Он не только в нашем городе. Они стоят во всех городах бывшего Советского Союза. И нигде ни один рынок не обвалился, не разрушился. Они подводят какие-то свои там акты фальшивые и называют, что рынок будет обвален. А потом объявляют, что нет, все в состоянии нормальном, будем делать парк. Извините, у нас парков достаточно. Кто ходит в парки, знает, что они пустуют. У нас есть парк Центральный, у нас есть Солковска, у нас есть Комарова. Нет там людей в этих парках. А зазывают нас в эти культурные центры. Понастроили кругом во всей Калуге культурно-развлекательных центров. Кто туда ходит? Только те, у кого толстые кошельки, да те, которые накуренные наркоманы, воруют где-то, а потом там прожигают. Народ простой требует того, чтобы им было удобно жить, чтобы им можно было спокойно подъехал, купил. Здесь у нас центр города, здесь у нас с районов подходит сообщение, автобусное рядом, здесь у нас троллейбусы, здесь автобусы со всех точек города. Удобнее, чем этот проект? Его, по-моему, нет. Потому что он выбирался наверняка в свое время с учетом всех требований жителей. И он не случайно построен на этом месте. И он прожил более 50 лет. И никаких претензий не было. А эти сидящие в кабинетах, значит, решили между собойчик устроить. Решили уничтожить его. Авось пройдет. Авось народ промолчит. Уважаемые товарищи, если народ будет молчать, они будут и дальше хомут нам на шею вешать. Там, где народ выступает, там они вынуждены прислушиваться к мнению народа. Вы смотрите события в Румынии. Выпустили приказ, который позволяет выпускать воров и чиновников. Народ взбунтовался. Все, отменили решение. А теперь народ говорит, долой это правительство. Нам надо действовать точно таким же образом. Не может Артамонов решить вопрос с городскими властями. Нечего ему сидеть в областной чиновничьем аппарате. А если может, то пусть решит, пусть прислушивается к гражданам города Калуги. И я предлагаю в резолюции нашего
митинга, да, записать, нет, провести опрос, референдум по поводу рынка, да, и на основании этого референдума принять решение с учетом требований тех граждан, которые действительно там работают, которые обеспечивают работой и других, и наши семьи обеспечивают удобной и дешевой доступной продукцией. А то, что делают они в магазинах или где-то других рынках, они будут накручивать на эту цену. Те затраты, которые пойдут на транспорт и прочее, они будут в ценах сидеть. А этот сельскохозяйственный рынок нужно оставить. Добрый день, уважаемые калужане и не калужане, которые вынуждены прийти сюда и присутствовать вот при позоре нашей власти калужской. Я в Калуге живу с 59 года, я не калужанин. Но с 59 года я здесь живу. Я был вот таким пацаном, когда вот на этих ступеньках в 62 году выступал Гагарин. На следующий день газета «Знамя» писала: «Ликует многотысячная театральная площадь». И это было действительно так. Сегодня тоже надо писать. Вспомните, 3 года назад, в марте, вот эта площадь ликовала, когда Крым вернулся в Россию. Ликовали все. А сегодня вот на этом, ну, условно, святом месте мы вынуждены к ней клеймить позором нашу власть. Но ведь мы для этого собрались, чтобы понять, а какой смысл во всем том, что нам предлагают. Вернее, не предлагают, а как нам ставят в известность, что вот будет вот так и все. Вопрос, кто это предлагает? Один человек из Москвы, второй из Васовичского района. Один человек с высшим физкультурным образованием. Второй человек с высшим сельскохозяйственным образованием. И получается, что человек, имеющий инженерное сельхозобразование, я про Артамонова говорю, он предлагает сломать рынок. Но вот, ну что лукавить, все мы видим. Сломать рынок, заглушить полностью сельское хозяйство, подворье, но создать министерство сельского хозяйства в области. Ну это смешно просто иметь министерство сельского хозяйства и в центре города сломать рынок. 5 куполов таких. Ну почему-то вот те люди, которые претендуют на этот участок земли, который стал стоить копейки, они почему-то не вложили свои деньги вот в тот рынок, который нам навязывают. Ребята, ну хотите строить и там, пожалуйста, стройте. Никто вам не отбивает руки. Но ведь на месте нового рынка 2 квартала нет жилых домов. Ну это какой надо разум иметь, чтобы туда запихнуть рынок и агитировать, что это хорошо. Но возникает вот ассоциация с притчей, которую все знают, как садовник, нормальный садовник, который, может, даже читать не умел. Он сначала смотрел, как люди прокладывают тропинки, а потом делал аллеи. Значит, человек без образования хватает ума, а у наших безголовых, ну, не хватает. Вот, ну, не хватает и все. И нам все рассказывают, что это во благо нам, в том числе и мне, моим детям, моим внукам. Когда я был еще пацаном, нам уже рассказывали, что будет благоустройство Березуйского оврага. Хорошо, ждем. Сколько лет? Я уже дед, мне 63 года. А мы все ждем, ждем и ждем. Внизу была часовенка, кто-то помнит, где бил родник. Была часовенка, где она? Сломали. Дальше. Была баня, доминговка. Ну, очень, может, неудобно, но ведь мы не просили туда ни троллейбусы, ни подъемники. Люди сами ходили, убирали, мылились, парились. Сломали. Была детская спортивная школа, было 2 трамплина. Я был, будучи юношей, сам там прыгал. Сломали. Это они благоустроили так нам Березуйский овраг. Ну давайте посмотрим в город. Вот сейчас стадион «Локомотив», бывший стадион «Локомотив». Ведь это головы надо оторвать вместе с руками тем людям, которые принимают такое решение. Повторяю, наш мэр имеет высшее физкультурное образование. Но, ребята, закрыть стадион в центре города, готовая инфраструктура, удобная абсолютно для всех жителей, построить стадион
в Анненках. Прекрасный стадион, замечательный. Но как туда доехать и как оттуда вернуться, как? Ведь зимой заливался каток. Ведь, ну кто моего возраста или старше, ведь мы помним, как на этом стадионе «Локомотив» блистал. Помним Карасева, помним Сашку Егорова, помним тех игроков. Ну, если мы на них не молились, то, по крайней мере, пацанва вся туда стремилась. Нет. И вот нам говорят, что вот когда-нибудь на месте вот этого стадиона, который мы закрыли, мы что-нибудь построим. Даже, ну, кроме нецензурных выражений, ну, нет уже в душе ни у кого. Потом, значит, закрыть, сломать, убрать. И в итоге ничего не сделать. Вот давайте закроем крытый рынок, купол, символ города, наш купол. А потом что-нибудь придумаем. Потом, когда-нибудь что-нибудь. Товарищи дорогие, да мы сегодня хотим жить. Сегодня жить в этом своем городе. Чистом, открытом. Ну, давайте вспомним. Вот полгода назад наш губернатор Артамонов проливал крокодильи слезы, что калужане, ох, какие плохие калужане, они не голосуют за то, чтобы один из символов Калуги поместить на 200-рублевую и 2000-ную купюру. Ну ведь было такое, ведь буквально крокодиловые слезы лил, что мы с вами такие неактивные. Ну, значит, мы все плохие, все вот собравшиеся здесь, ну, недалекие люди, а они умные. Позор и стыд тем представителям власти, которые принимают вот такое глубоко идущее обдуманное решение, очень глубоко. Построили Эльдорадо, Техносила, Европейский, Рио, 21 век. И все непонятно, что ли, куда все эти люди, которые сейчас торгуют на рынке по условно сносным ценам, пойдут. Да никто туда не пойдет. Что можно сказать? Ну, люди, ну давайте поднимем руки за то, чтобы не ломали, не мешали нам жить так, как хотим мы. Мы, а не варяги, которые приходят к власти и садятся задницами в теплые кресла. Я за то, чтобы рынок оставить на этом месте. Пусть будет форма его другая. Это не важно, но на этом месте всегда был рынок. Всегда. Спасибо. Здравствуйте. Мне сказали, чтобы я представилась вам. Меня зовут Надежда Григорьевна, с фамилией Кошкина. Я родилась в этом городе. И всю... Я родилась в этом... А можно так подальше? Я родилась в этом городе и всю жизнь живу в городе, в центре. Родилась в центре. Рынок всегда был. Он только был... Продовольственный рынок был пониже, между улицей Достоевского и Дзержинского. Потом советская власть нам построила этот купол и организовали этот рынок. Я, например, никогда не продавала. Но я очень многих знаю здесь людей. Это мои друзья. И я не только пришла поддержать их, я пришла поддержать в первую очередь себя и население Калуги. Я прихожу на рынок, я могу выбрать, могу решить вопрос и с качеством, и с ценой. Я знаю, у кого мне купить консервацию, у кого мне купить молочную продукцию, у кого мне купить мясо. Я всех знаю. Вы посмотрите в сезон, сколько народу на рынке, там негде курочки клюнуть. Вот. И как это забрать этот рынок? На улице Кирова, от улицы Ленина до сквера Мира нет ни одного продовольственного магазина. На Достоевского вообще нет продовольственных магазинов. На Дзержинского от улицы Ленина до рынка тоже нет продовольственных магазинов. И как можно? Но у меня еще вопрос к властям. Я все понимаю. Мы все знаем заказчика этого, я могу сказать, преступления перед людьми, перед населением. Вот. Но я еще хочу сказать. Вот на прошлой неделе городской голова отчитывался в областной в концертном зале областной филармонии.
Так людей не пускали туда. Людей туда не пускали. Там стояли здоровые ребята, мужики. Вот. Не эти ли же мужики, которые били безоружных людей, которые защищали свою собственность. И если это они, то почему они находятся под патронажем заместителя городского головы Волкова? Вот, может быть, я смотрю, чиновники у нас очень стесняются. Никого здесь нет из чиновников, ни один депутат, никто, кроме Любимого и кроме Зельникова, не сказали за этот рынок хороших слов. Все молчат. Кого мы избираем? И еще я хочу сказать. Мы их не избираем. Они сами избирают себя. Они сами себя пишут. Никто не избирает. Все, кто сейчас находится, я заканчиваю. Все, кто сейчас находится у власти, я записала специально себе, должны помнить и осознавать, что они не вечно здесь. И когда-то им придется уйти. И когда-то им придется дать отчет за всю жизнь очень сложная. И они не откупятся ни своими деньгами, пускай даже очень большими, ни своими кулаками. Все, спасибо большое, что вы слушали. Уважаемые товарищи, я хочу сказать вот что. Давайте вспомним тот год, когда все мы без голоса отдали свою власть. Ведь конституция, которая протянута Ельциным через, знаете, как можно грубо сказать, через задний проход. Калуга не приняла его. И многие другие области. Но эта конституция существует. Хотя в ней, даже в этой бандитской конституции записано, что власть принадлежит народу. Отобрали у нас власть. Нету. И высшей формой проявления власти является референдум. Пожалуйста, проведите референдум в нынешний период. Никогда вы не проведете, потому что и правительство ельцинское, которое и сейчас правит, и губернаторы, они все сделали, протянули законы о том, чтобы референдумы в Российской Федерации не проходили, а, соответственно, власть не принадлежит народу. Да. Поэтому кучка вот этих вот магнатов, они творят, что хотят, и не на пользу народу. Как можно загонять, а я вот как-то уже говорил и ездил, говорил, давайте за Грабцево туда дальше заедем в поле и там поставим рынок, чтобы туда никто не заходил. Потому что, ну как можно убрать рынок, когда бабушка, дедушка, да и вообще человек за 15-20 минут может прийти, отовариться свежими продуктами, которые выращивает наш простой человек. Нет. Так вот загоняет туда, где не должно быть никого. И когда, если рабочий, крестьянин на своем участке в 6 или 4 сотки вырастил урожай, он не может на этот рынок прийти, потому что его выгонят оттуда. И это все творит эта власть. А если еще дальше идти, то давайте возьмем с карандашом в руке, проанализируем все статьи Конституции. 80 статей Конституции на сегодняшний период не выполняются. Посмотрите, одну только я вам назову, еще одну статью, это 55-я статья Конституции, пункт 2. Где четко говорится, что власть любая не имеет права принимать законы, ухудшающие положение народа, своего народа. У нас принимают как хотят. Значит, Медведев, выступая, говорит, мы вводим акциз на бензин, но отменяем налог с транспортных средств. Скажите, пожалуйста, отменили? Акциз ввели, налог с транспортных средств оставили. В этом году уже дважды акциз подняли на бензин. И они говорят, что это не будет сказываться на ценообразовании товаров и продуктов первой необходимости. Мы что, дураки? Или они нас считают за такое быдло? Считают. Вот. Как же простой водитель
или же руководитель автотранспортного предприятия, потому что 85% продовольствия и товаров перевозится автотранспортом, будет в убыток себе работать, он обязательно с ростом цен на бензин будет поднимать и рост на товары. Но это же ежу понятно. Они сидят вот там вот и говорят, вот сейчас смешно доходит. Сейчас, коммунальные услуги вводят. Какое отношение киловатт-час электроэнергии расход мы относится к площади твоей квартиры? Если лампочка сжигает 1 киловатт-час, хоть ты сотню квадратных метров делай, она будет это. И какое отношение? Ведь мы будем. И обратите в своих жировки за помывку полов общего пользования. А я написал этому прокурору области, до сих пор ответа нет. За всю жизнь я еще не помню, сколько я живу в своем доме, не видел, чтобы кто-то помыл полы. Поэтому, когда рынок стал вопрос, мы в архивах достали карту. Потом коммунисты городской партийной организации, я не коммунист, но коммунисты городской организации отпечатали карту и статью, что находилось там, где сейчас этот рынок построили. Но ни одна служба СЭЦ не скажет, какая утварь там хоронилась в этих утилизационных центрах. А если там эпидемиологические остатки хоронились, то там не должно быть предприятия, связанного с продуктами пользования. Поэтому рынок на этом месте должен быть, резолюция должна быть, в которой требование одно – провести в Калужской области общенародный референдум жителей Калуги и Калужской области по поводу быть или не быть рынку. Вот тогда Артамонова можно будет и за задницу взять с него вместе взятой комаривни. Здравствуйте, граждане Калуги. Моя фамилия Калугин. Я живу в городе Калугине, Калуга. И поэтому приветствую наш калужский рынок. Я считаю, что он всегда должен быть на этом месте, где он был. И никто не должен его сдвинуть отсюда. Почему? Привожу простые доводы. Приезжает Правый берег, приезжает Перемышль, приезжает Таруса, приезжают другие области. И мы всегда здесь. Вы помните же автовокзал? Он всегда был за этим домом. И всегда приезжали, мы всегда здесь встречались и всегда общались. И это место соединяло в нас и плюс очень большой давало очень много рабочих мест другим жителям Калуги, которые здесь работали. Вы представляете, сейчас этот рынок убрали, у меня в голове не поднимается мысль, как 3, 4, 5 тысяч людей потеряли работу. Это же не просто они потеряли, это потеряли их семьи, потеряли их жены, потеряли их дочери, там, сыновья и так далее. То есть все это разрушилось. Должно быть немножко все сделано по-другому. Даже если нашей власти не нравится, что этот городской рынок немножко плохой, выглядит некрасиво, благоустройте его. Сделайте нормальные ряды, да, как раньше, сделайте поэтому. А вот эти дрязги, как там кто кому платит за аренду земли или так далее, это вы там дальше, ниже там решайте и между собой и так далее. А благоустройте, чтобы люди приходили и радовались. Мы приезжаем сюда на улицу Кирова и сразу рынок. Мы приезжаем, покупаем фрукты, покупаем овощи, покупаем помидоры, огурцы и так далее. Расходимся и радуемся жизни. Вот что первое должно быть в нашем сознании. Радость жизни. Радость жизни, что мы живем. Жизнь наша очень скоротечна. И если кто-то думает, что будет жить вечно, бесполезно. И уйдут и наши руководители города, уйдут и наши руководители правительства и так далее, и так далее. И все поменяется. Вы же знаете это все. Поэтому мы должны жить хорошо, дружно, помогать, обобщать и так далее. Моя фамилия Калугин. Если вы сделаете меня мэром, то Калуга будет жить дружественно и очень хорошо.
Прошу, ура! За Калужский рынок сделайте подписи! Не сносить его никогда! Уважаемые жители нашего города, я обращаюсь к вам от лица предпринимателей Калужского рынка. Во-первых, я хочу всем вам сказать огромное спасибо за то, что вы пришли, за вашу поддержку. Далее я хочу прояснить некоторые моменты, связанные с Калужским рынком. Многие из вас, наверное, не очень хорошо представляют, что мы здесь хотим сделать, для чего мы сюда пришли и позвали вас. Во-первых, я хочу, чтобы вы посмотрели вот на эти два плаката. Что предлагаем мы и что предлагает наша власть. Наша власть предлагает снести рынок, который дает ежегодно в казну порядка 120 миллионов рублей. Взамен они предлагают построить парк, на который нужно, по самым скромным подсчетам, не менее 300 миллионов рублей. И также необходимо будет изыскать порядка 20 миллионов рублей ежегодно на содержание этого парка. Вы прекрасно понимаете, что денег в городе нет. Откуда взять эти деньги, власть не знает и откровенно об этом говорит. Соответственно, эти деньги придется платить нам с вами. Для меня просто загадка, как можно лишить город дохода и взвалить на наши с вами плечи непосильные расходы по строительству и содержанию этого парка. То есть посмотрите, мы предлагаем, готовы даже за свой счет провести благоустройство, реконструкцию. Вот там есть вот макет, он весьма приблизительный, у нас просто не было времени хорошо подготовиться. Конечно, здесь можно внести какие-то коррективы, что-то подправить, но тем не менее, вот посмотрите, что мы предлагаем. Подчеркиваю, готовы сделать это за свой счет. То есть мы не просим у города денег, мы просим дать нам возможность вложить свои деньги и продолжить платить городу деньги, которые бы пошли на благоустройство дворов, дорог, там, на выплаты, на какие-то доплаты. Город отказывается от наших предложений в угоду там каким-то мифическим паркам, которые когда будут, совершенно непонятно. И будут ли вообще. Далее я хотел бы прояснить некоторые моменты, которые на протяжении всего этого времени звучали со стороны наших властей. Например, власти неоднократно утверждали, что все мы были давным-давно предупреждены, извещены о том, что рынок снесут, что вопрос решен. Я хочу вам всем, кому-то напомнить, а кому-то, может, просто открыть глаза на то, что губернатор Артамонов неоднократно говорил, что до тех пор, пока в каждом районе города не будет построено рынка, в каждом районе, подчеркиваю, своего рынка, колхозный рынок снесен быть не должен. Я задаю вам вопрос, где у нас в городе, в каком у нас районе построен рынок? Таких рынков нет. Таким образом, разговор о том, что мы будем предупреждены, он совершенно несостоятелен. Те места, которые нам предлагались, такие как Грабцево, такие как Панорама, такие как Стадион, ну, не выдерживают никакой критики. Во-первых, ни один из этих рынков, за исключением Стадиона, не является муниципальным. А, как известно, муниципальный рынок Стадион закрывается, вы, наверное, знаете об этом. То есть в ноябре месяце нас туда загоняли, а сегодня нам говорят, извините, мы ошиблись, мы его закрываем. Панорама, рынок, торговый центр частный, мало того, что он частный, он даже не принадлежит гражданину России. Там владелец иностранец. Рынок Грабцево, на который так настойчиво, просто непонятный, с непонятной какой-то настойчивостью нас всех загоняют, также не является муниципальным. Там, ну, совершенно мутная история с собственниками этого рынка.
Но то, что он не муниципальный, не городской, это абсолютно точно. Что касается арендной платы, о которой говорили, там, смешная, льготная и так далее, могу сказать, что арендная плата, ну, как минимум, намного дороже, чем на ныне существующем рынке. В заключение хочу вам сказать, что мы просто хотим стоять на муниципальном рынке, приносить доход вам, нам, городу, и готовы вложить свои деньги в реконструкцию этого рынка. Спасибо вам еще раз за то, что пришли. Большое спасибо за поддержку. Мы хотим пригласить к микрофону краеведа Маркову Зарину Викторовну, чтобы она высказалась по этому вопросу. Спасибо. Дорогие друзья, я тоже калужанка. Я хожу на рынок. Моя семья ходит на рынок. Все мои друзья ходят на рынок. Я знаю, как он дорог калужанам. И мне очень горько, что власть пытается отнять у нас общенародное достояние. В этот рынок вложены копейки всех моих родных. Копейки налогоплательщиков. И мои тоже. Я не хочу, чтобы его закрывали. Но, к сожалению, меня никто не спрашивает. Путин сказал любимого, чтоб было, как в Калуге. А знает ли Путин, президент страны, всея Руси, а как в Калуге? Я думаю, что не знает. А если знает, то оставляю это без комментариев. Голосуйте, скоро выборы. Но краеведы Калуги на приеме у Горобцова, городского головы, в январе месяце отчаянно пытались защитить это здание типовое, дорогое всем нам. Они готовы представить власти документы о том, что рынок не одну сотню лет был на этом самом месте. Был торг, были гостиные ряды, простите, были торговые ряды, Там торговали мясной и молочной продукцией. Постепенно вся торговля переместилась туда. С этим рынком также связаны все наши лучшие воспоминания. Там есть все. И не надо посылать меня на окраину. Я не пойду туда никогда, потому что мне неудобно туда ездить. Мне неудобно туда ходить. Почему там нет инфраструктуры? Потому что там был скотомогильник. И мы знаем это из газеты. Мы читали эту газету. Все калужане знают об этом. Так почему же я должна покупать там продукты питания? Горобцову, уходя от него, делегация краеведов сказала, если вы сохраните рынок, калужане вам простят все. Он ухмыльнулся. А через два дня он не пригласил нас, краеведов, на архитектурный совет, на котором было решено, что рынка у нас не будет. Мне стыдно за нашу власть. Недоверие власти. Дорогие друзья, было много сегодня здесь сказано, не хочется повторяться. Я смотрю на эти плакаты, вот на эти плакаты, смотрите. Остановите произвол калужских властей, чиновники Калуги не слышат. А почему же мы на выборах избрали опять этих же чиновников? Почему мы их избираем все время? Непонятно. Они нас считают уже за последнее быдло, и мы все здесь должны стоять, вся вот эта площадь. Они говорят, не готовьте Майдан. Это они готовят Майдан, доводят народ до белого коленя, поэтому мы выходим здесь. Говорят, рынок. Конечно, я когда читал эти газеты поначалу, было смешно. Рынок плохой, его надо сносить, и вдруг, оказывается, там можно и центр строить, и так далее строить. А что ж вы тогда затевали? Это сейчас проедете мимо рынка, это как будто там бардак какой-то, я не знаю. То ли стоянка, то ли свалка, непонятно, что это такое вообще там. Вот сиди тоже, я представляю компартию Калуги, я коммунист по Калуге, я все обращаюсь к вам. Почему же вас не видно было на 7 ноября? Почему вас на наших акциях не поддержите? Мы предали своих предков, которые завоевали советскую власть, дали эти квартиры, дали вам все права отдыхать и все. Почему же я не вижу вас в наших рядах? Почему мы совместно не выступаем против этого произвола этих чиновников, зажравшихся чиновников? Почему мы вместе? Опять надо. Лозунг остался один и тот же.
Калужа, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Не дадут они жить. Поэтому, знаете, когда правительство не любит свой народ, мечтать о светлом будущем наивном, оно с ухмылкой рядышком пройдет и обожжет презрением, как крапива. Я бью набат суровыми словами, что пронесло их к ветрам по Руси. Пора очнуться от сна, калужане, и за разор спросить чего и малых, и великих, стоящих у державного руля, с них сдернул маску янусов двуликих на лобном месте около Кремля, которых нет сегодня. И пусть они российскому народу посмотрят, если совесть есть в глаза. И, может быть, он их простит за подлость, отходчивая у него душа. Спасибо. Бывший индивидуальный предприниматель Бажаткин Игорь Леонидович, сдал лицензию. Дорогие калужане, дорогие коллеги, почти шестой месяц уже идет борьба за Калужский центральный рынок. Вот, к сожалению, пока все идет по плану губернатора и городского головы. Под превосходящим натиском административного аппарата предприниматели вынуждены последовательно сдавать свои позиции. Почему это происходит, я думаю, всем ясно, что в отличие от чиновников, мы, предприниматели, можем действовать только в очень ограниченном правовом поле. Прямо можем сказать, что никаких прав у нас, в общем-то, и нет. В мелких предпринимателях регион-лидер, как видимо, не нуждается. В общем-то, в данный момент, несмотря на оптимистичные заявления высокопоставленных чиновников об окончании кризиса, реальная покупательная способность населения снижается. И как следствие падают розничные продажи. Причем это не мои какие-то измышления, это Росстат и Калугастат об этом говорит. И уничтожать в таких условиях крупнейший вещевой и продуктовый рынок Калуги, полный абсурд. Как с экономической, так и с социальной точки зрения. Вообще похоже, что вся Калужская область в данный момент это большой театр абсурда. Как можно, руководствуясь, в принципе, благой целью привлечения инвестиций, загнать область в глубокую долговую яму? Происходит, я думаю, только потому, что большинство экономических решений, они в корне неправильные. На самотек брошены старые калужские производства, и как следствие это привело к их закрытию. В общем-то, при этом, правда, мы слышим, что и губернатор, и другие чиновники в этом якобы не виноваты. То есть это сами предприятия разорились. То есть, при этом открытие новых предприятий – это целиком их заслуга. В общем-то, в этом ряду, конечно же, стоит экономически необоснованное решение о разгроме калужского рынка. Гораздо целесообразнее было бы сохранить и реконструировать рынок, чтобы город получал постоянный доход от арендных платежей и предприниматели имели надежное место для торговли без всяких посредников. Прислушиваться к целесообразным мнениям не входит в обязанности наших чиновников. Калужская область действительно больше напоминает феодальное государство, где мнение народа – ничто пред желанием отдельных чиновников, у которых сосредоточена вся полнота исполнительной, законодательной, судебной и информационной власти. И, в общем-то, они, которые уверовали в своей непогрешимости. Мы понимаем, наверное, что вот каток нашей власти руками народа не остановишь. Может быть, нам действительно остается уповать на вышестоящие инстанции, справедливые, которые, в общем-то, заставят наши власти навести порядок и принимать экономически обоснованные и справедливые решения. Еще в заключение можем сказать, что сейчас, говорили о стадионе Центральном. С ним, кстати, как-то обошлись более человечно. С ними каждый месяц продляют договор аренды, пока там не начнутся какие-то работы. Господа чиновники, а почему с рынком-то нельзя так было поступить? Почему нас просто выгнали в никуда? И в заключение еще хотел бы отметить, тут тоже конечно же, надо стремиться к проведению референдума. Надо отметить, что наши чиновники не то что референдум, они даже неофициальное социологическое исследование о том, нужен рынок или не нужен, провести не могут. А почему не могут? Да потому что знают, что скажет народ. Поэтому давайте же, конечно, продолжать борьбу. Я думаю, что, по крайней мере, если даже не победа будет за нами, мы заставим их с собой считаться. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие калужане. Два месяца назад
мы здесь стояли уже и высказывали свое мнение. И опять среди нас нет представителей власти. Опять мы не услышали выступление начальника транспортного цеха, к сожалению. Но я очень рад, что за два месяца нас не только не стало меньше, стало больше. И стало больше еще в первую очередь за счет калужан. Не продавцов, не работников рынка, а неравнодушных людей, которым больно за то, что делается в нашем городе. Мы все знаем, что чиновники и власть, которая выбрана нами, в принципе, должны обслуживать наши интересы. То есть они должны быть слугами народа, нашего населения. Представьте себе такую картину. Всем известный домоуправительница Фрекенбок, нанятая малышу Карлсону для того, чтобы управлять хозяйством, готовить пищу и ухаживать за ним, вдруг решила поступать по-своему. Хозяева приходят, холодильник она продала, хозяева приходят, стенку снесла, ребенок не кормленный, Карлсон без варенья остался. Это и есть реформация тех правильных, неизбежных действий чиновников, которые должны выполнять нашу волю. Кто-нибудь когда-нибудь спросил нашу волю? Нет, никогда. За эти два месяца прошла целая серия собраний, заседаний, информации. В нашей власти были заслужены на Общественной палате России, где им было дано негативное и очень резко высказано, так сказать, оценка. Что-нибудь сдвинулось? Нет. На что надеются чиновники, нанятые нами для управления городом? Что мы опять промолчим и что мы опять будем тихо между собой разговаривать? А вам не кажется, что нынешнее противостояние, а иначе мы не назовем, это именно противостояние, как-то перекликается между противостоянием АТО на Украине и людей, защищающих свои дома? Мы же защищаем свою жизнь, свои дома. Рынок – это ж не просто рынок. Это память наших отцов, дедов. Это действительно построено на наши деньги. То есть у нас отбирают то, что принадлежит нам. И речь идет сейчас о борьбе не только против народа, но и борьбе за территорию. Кому нужна эта территория? Мы не знаем. Кто нас просил? Мы не знаем. Где референдум о мнении народа? Мы не знаем. Мы знаем, каждый из нас, что подавляющая часть населения Калуги, они за то, что поставят. Представьте, на месте этого квартала, где стоит рынок, будет пустошь. Там не будет парка, это понятно. Что там будет? Не ясно. Там рухнет все, что сейчас там, вся микроструктура, все рядом стоящие магазины. То есть это произойдет полная переворот, революция, перестройка города. Мало у нас наши доблестные градостроители перестроили город. У нас не осталось уже тех красот и прелестей, которые нравилась Калуга. Где зелень города, которую вырубают, а теперь нам лицемерно говорят, что нас хотят ублажить, построить нам, сделать парк. Ерунда это, конечно, неправильно. Калужане, мы должны высказать свое мнение. И результатом сегодняшнего митинга должно быть не просто просьбы или обращения, а требования. Требования, вот в чем принципиальная разница. Просить, мы уже просили, мы обращались. Никто не принимает просьбы, а требование звучит совершенно по-другому. И референдум. Референдум, который должен четко высказать мнение калужан. Вот на основании этого уже можно принимать решение. Так как сейчас решение не принимается, так как сейчас служат чиновники народонаселению, они не должны служить, значит, они не наши, пришлые, однодневки практически. Сегодня они здесь, завтра они в другом месте будут вершить такие же дела. Если мы не дадим им оценку, если мы не постоим за свои права, кто тогда это сделает? Калужане, будем стоять за свои права. И не только за рынок, за свои права.
не дадим ущемлять наши права. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые калужане. Большое спасибо за предоставленное слово. Мороза Андрей, председатель Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Задача «Опоры России» – поддерживать предпринимателей и развивать предпринимательскую среду, строить диалог с властями. И вот как раз сейчас есть такая возможность построения диалога. И каждый диалог должен заканчиваться компромиссом. Компромиссом, который складывается из уступок. У нас проблема рынка сегодня разделила город на две части. Да? Одни за рынок, другие против рынка. Но давайте проанализируем и посмотрим, почему люди против рынка. А против они рынка? Нет. Они против тех условий, в которых был рынок. Но опять же, это недостатки того оператора, который управлял рынком, и недостатки муниципалитета, который слабо контролировал этого оператора. Мы же полностью поддерживаем предложение предпринимателей по компромиссному решению. Оно заключается в следующем. Оставить верхнюю часть рынка под торгово-ярмарочный комплекс, где и сохранится купол, и появятся новые цивилизованные ряды. И это все должно быть муниципальным. Многие говорили, когда говорили о том, что рынок плох, о том, что там криминалитет, что там все некрасиво, неказисто. Но сейчас этого уже там нет. Вся территория передана муниципальным предприятиям. И если на базе муниципального предприятия создать муниципальный рынок, это будет доходная статья бюджета. Причем сверхдоходная статья. Ни один торговый центр в городе Калуга, ни одна территория не дает столько прибыли, сколько может давать рынок. Но самая большая выгода будет для калужан и для предпринимателей, потому что предприниматели сохранят свои рабочие места, калужане сохранят излюбленное место для покупок и для общения, для прогулок. А также выгода будет и для местных товаропроизводителей, потому что если муниципалитет будет управлять этой территорией, то и будут устанавливаться правила игры, которые будут способствовать развитию местных товаропроизводителей, поддерживать местных фермеров и развивать их, давать им льготные места. И тем самым, если муниципалитет будет управлять этой территорией, то, соответственно, и все санитарные нормы, и все правила будут под контролем муниципальных властей. Мы считаем, это вполне реальное компромиссное решение и полностью поддерживаем предпринимателей Калужского городского рынка, которые с этим предложением выступают. Мы будем вести диалог еще с депутатами. Буквально сегодня я направил письмо руководителю Думы, завтра буду с ним встречаться. Буду встречаться завтра с Савдеевым, также буду поднимать этот вопрос. Мы полностью поддерживаем предпринимателей, и спасибо вам, калужане, что вы также их поддерживаете. Спасибо! Слово предоставляется калужскому фермеру, непосредственно производителю. Здравствуйте, дорогие товарищи калужане. Многие меня тут прекрасно знают, знают мою продукцию, но получается, что торговать молочной продукцией больше, наверное, будет почти негде, потому как почти все мои покупатели говорят, мы туда не поедем, туда очень неудобно, там нету никакого транспорта, туда не, если туда заедешь, оттуда не выедешь. Тупик, да. Потом, а частнику вообще негде торговать, потому как нам надо, чтобы была санэпидемлаборатория. Без лаборатории нам торговать не разрешат. И нас загоняют только туда. Больше лаборатории нигде нет. И не дают разрешения другим, которые могли бы сделать рынок в центре, ну пусть небольшой, но им разрешение не дают на лабораторию. Так что будем биться дальше за то, чтобы оставили рынок на прежнем месте. Это место общения, а благоустроить его можно великолепно.
И это будет красота нашего города. Спасибо. Здравствуйте, дорогие калужане и мои соотечественники, индивидуальные предприниматели. Мне очень приятно сегодня видеть здесь население. Мы уже приходили на один раз на митинг, но здесь очень было мало калужан. Мы были одни, мы боролись сами, но ничего мы не так не достигли. Я работаю на рынке 20 лет. Также я говорю это от имени тех, которые стоят со мной на рынке. Я представительница белорусского рынка. Когда нас убирали с этого рынка, нам обещали, сам лично Волков сказал, что мы переводим вас на большой рынок, вы там будете стоять. Через 2 года мы вам сделаем там помещение, будете торговать в теплых, хороших, уютных местах. Вы уже тут и так замерзли, вы, мои милые, так красиво с нами разговаривали. Нас перевели на большой рынок. Большинство людей, там оплата совсем была другая, у нас товар был совсем другой. Мы привыкли к белорусскому рынке, дешевому товару. К нам приходят люди старые, за 70 лет, бабушки, которые не могут идти в торговый центр. И мы приспосабливаемся и возим товар, который соответствует этому населению. И когда мы перешли на большой рынок, нам пришлось менять свой товар. Соответствующие, многие с рынка ушли, очень многие. Я знаю людей, около 30-50 человек, которые не работают. Многие потеряли рабочие места, мы и с этим свыклись. Мы всегда думаем, что раз власти делают нам что-то, предлагают, значит, они делают правильно. Оказывается, мы глубоко ошибались, мы теперь это поняли. Теперь нас убирают с большого рынка. Да, мы согласны, мы сами замерзли. Нам стоять очень тяжело на улице. 20 лет мы проработали. Нас называют торговцами, но мы не торговцы. Мы платим налоги 30-20. Вот лично я буду говорить о себе. Я пенсионерка. Я получаю пенсию 2 года. Я проработала 40 лет. 20 лет из них моих предпринимательская. Я платила налоги, это зачислено. 100 рублей идет на нашу карточку. Я получаю пенсию 8400, 1200 из них нам не доплачивают как работающему населению. Скажите, пожалуйста, что можно, как можно существовать на 7200? Это я говорю то, что переносят люди моего возраста, в основном на рынке работают такие же, как я. Молодежь туда сейчас не идет. Мы ушли на рынок в те времена, когда было некуда уйти. У меня 2 высших образования. Вынуждена ушла и потом не смогла уйти с рынка. Многие здесь стоящие, работающие со мной на рынке, те же самые люди. Однако есть и молодые, у кого есть дети, тоже безысходно ушедшие в свое время на рынок. Никто ни с кем не считался. Мы когда приехали с Москвы, наши палатки были погружены уже в машину. Никто у нас не спрашивал, хотим мы уйти или нет. Вынуждены ушли на большой рынок. Мы согласны, да, идти, но не в Графцевское шоссе. Почему надо нам менять места наши тож-в-тож? Можно же построить нам рынок теплый, чтобы мы могли там работать. Такие же будут цены, население будет также у нас обслуживаться. Старые люди приходят все к нам. Нет, раздробили нас на 4 куска. Половина ушли панораму. Там закутки эти невозможно найти никого. Я сама лично не могу найти человека. Идешь один раз, второй раз не найдешь это место. Грабцевское шоссе, куда ничто не ходит. Ставят сюда автобус, я наблюдаю, я оттуда уезжаю каждый вечер, наблюдаю, по одному человеку едет этот автобус в Грабцевское шоссе на рынок. Это что, правильно? Чем мы это заслужили? Я хочу, сегодня хотела задать вопрос представителям власти, но здесь никого нету. Хотела лично посмотреть в глаза Волкову, который нам обещал, что будет нам строить теплое помещение на рынке, а выкинул нас на улицу. Или он считает, что Грабцевское шоссе соответствует? Этот рынок Грабцева тому, что мы заслужили за 20 лет. Мы не торговцы, мы индивидуальные предприниматели. Мы честно все платим. Я вам очень всем благодарна калужанам, которые сегодня пришли поддерживать нас. Спасибо вам большое. Мы всегда будем вам возить соответствующий вам товар. А вы нас поддерживайте, пожалуйста. Здравствуйте. Я уже выступала 2 месяца назад на этом митинге, но вот как нас выгнали, как говорится, с этих мест, где мы вещами торговали, сейчас работаем на маршала Жукова на базе. Но то, что было на рынке, уже кажется прям вообще прелестью по сравнению, куда нас мы сейчас вот переехали. Там, я не знаю, помещения построены, такие ощущения, что, наверное, после войны только. Это, не знаю... Лучше бы наши власти действительно нам ничего не могли предложить, лучше этих помещений.
Уж как говорили, что на рынке антисанитарии, там уже вообще, я не знаю, 21 век вроде бы на дворе, а кажется, что мы оказываемся в начале 20-х. Может, после революции, может, мы там сидим. Вот. И вот такие вот места нам предложила власть. Власть не поддерживает уже нас ни в чем. Тот же Артамонов приехал, не встретился с людьми, как вот, когда собираюсь нас закрывать, Баранов, да, вот все его, каждый человек его вспоминает, что приехал, с людьми говорил, разговаривал, объяснял ситуацию. Здесь приехали власти, всех выгнали, то есть не считаются ни с одним человеком из нас. Как мы дальше будем жить, как будем кормить своих детей, наплевать совершенно. Ну, вспомнят, да, 18-й год близко, сейчас вспомнят, но надо на выборы идти. Вот все, один раз 4 года, когда мы нужны властям, 5 лет. Больше мы не нужны, видимо, вообще. Наши власти больше не нужны. Не знаю, как вот, как детей дальше будем кормить. Сейчас вот доедим деньги, что на рынке заработали. А потом, наверное, как в Ласкины пойдем. Все. Вот, спасибо. Я зачитаю сейчас резолюцию митинга. Мы, жители города Калуги, категорически возражаем против закрытия Калужского центрального рынка на улице Марата. Это место более 300 лет служит торговым центром города Калуги. Вокруг него сложилась вся необходимая транспортная и обслуживающая инфраструктура. Оно находится в шаговой доступности для тысяч калужан, проживающих в центральной части города, и удобно для посещения его жителями городов и районов области. Рынок является муниципальным объектом, что делает его привлекательным для большого количества среднеобеспеченных калужан, благодаря доступным и гибким ценам. Закрытие рынка является разрушением не только торгового объекта, но и разрывает культурную традицию, сложившуюся социальными связями, неизбежно возникающую в процессе функционирования подобных центров притяжения людей. Мы требуем от городской думы и городской управы города Калуги сохранить Калужский центральный рынок на его историческом месте в качестве объекта муниципальной собственности. Голосуем. Да. Второе. Отменить бессмысленное, по сути, и затратное для городского бюджета решение о создании на территории рынка парковой зоны с переделкой здания рынка под детский центр, что само по себе может быть опасным с экологической и конструктивной точек зрения. Голосуем за! В течение месяца рассмотреть предложение о реконструкции рынка как торгового объекта с привлечением средств торгующих на рынке сейчас и торговавших на нем ранее калужских предпринимателей. Голосуем. У кого есть еще дополнение? А недоверие власти где? Недоверие власти. Но значит, мы требуем провести референдум. Это будет четвертый пункт. Направить настоящую резолюцию в средства массовой информации, в органы местного самоуправления Калуги, губернатору Калужской области, Общественную палату Российской Федерации, Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Общероссийскую общественную организацию «Опоры России» и многие другие организации, которые мы все направим и поедем после этого митинга. Я думаю, что мы рынок свой сохраним. Если мало этого митинга, мы будем еще проводить митинги. Сейчас мы направляемся в Москву. Недоверие власти! Недоверие власти! Давайте. Дорогие калужане, спасибо вам за горячую поддержку. Мы надеемся, что городские власти прислушаются к нам и оставят рынок на прежнем месте. Он останется муниципальным и будет привлекать и горожан, и приезжих, и туристов как центр, как магнит, как стержень объединения людей. Потому что люди действительно там встречаются и общаются. Мы заканчиваем наш митинг. И единственная просьба: расскажите об этом своим друзьям, соседям, родственникам. Мы не будем оставлять наше движение. Если городские власти к нам не прислушаются, в следующем
референдум, следующим вопросом на митинге будет уже о недоверии городскому главе Горобцову и губернатору Артамонову. Потому что мы не доверяем их политике. Она против народа, она против нас. Мы хотим жить в своем городе. Спасибо вам большое за горячую поддержку. Митинг объявляется закрытым. Всем спасибо. Приходите, мы вас любим.